Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале «Твори добро». Сегодня я хочу показать вам принцип начала вязания, когда нам нужно не воздушными петелечками край делать, а сразу столбиками. Так вот, столбики по высоте могут быть различными. Принцип остается один и тот же. Сделаем, например, набор столбиками без накида. Сделали узелочек и провязываем 2 воздушные петли. Третья на крючочке. В первую петлю вставляем крючок, вытягиваем нить. Теперь еще раз провязываем эту нить, одну, тем самым на основании появилась у нас петля. И теперь провязываем эти 2 петли на крючке вместе. Столбик без накида. Теперь в эту петлю основания снова повторяем, вытягиваем нить и провязываем ее. Петелечку сделали, еще одну. Теперь провязываем 2 вместе. Наши столбики без накида, а воздушная петля вот здесь, то есть она у нас провязывается одновременно. В петлю основания вставили крючок, вытянули нить, провязали петелечку, а потом провязываем 2 петелечки вместе. И еще раз покажу. Таким образом можно делать набор края. Это столбики без накида. Вот что у нас получается. Когда вы набрали нужную длину, делаете подъемные петли, переворачиваетесь и вяжете в обратную сторону. В следующем коротком уроке я вам покажу, как сделать наборной ряд из полустолбиков. А на сегодня я прощаюсь с вами. Если вам нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго, до новых встреч!